Wenn man Entscheidungen gegen die Mehrheit der Menschen fällt, muss man lügen und im Verborgenen arbeiten. Man muss die Leute nicht überzeugen, sondern deren Angst schüren. Корреспондент российского информагентства накануне Руанда Смирнова меня зовут. Хотела бы обратиться к вам как к бывшему члену Европарламента. Да. Хотела бы спросить, какова позиция парламента Ассамблеи Совета Европы к присоединению Крыма к России, к отделению Донбасса и Харькова вот в целом? И какое у вас отношение к этой позиции? Спасибо. Очень просто резюмировать. Сейчас в Европе, в Америке, на Западе происходит волна русофобии. Вы русские. Я говорю открыто, я не русский, я друг России, но европейцы. Никогда не видел такого, никогда не видел в моей жизни. Это другой показатель, что война готовится. Я считаю, что это показатель, что война готовится. Это против вас. Нельзя уменьшить это. Называют настоящая русофобия. В массовом порядке. Не потому, что люди очень плохие. Сейчас тоже опять вернемся к теме информации. Но, во-первых, отвечаю. Позиция Совета Европы исключила Россия временно, пока, но исключили. Россия уже не может действовать внутри Совета Европы. Комиссия Европейская и европейские структуры, что вам сказать, они организовали переворот в Киеве. Они сами организовали переворот. Не другие. Они сами участвовали, не только они, но они, Соединенные Штаты Америки. Атака была успешна, они захватили Украину, Говорю определенно, все газовые структуры Украины сейчас находятся в руках Соединенных Штатов Америки. И начинается война за газ, за энергию. Идет просто настоящая атака. Но я вам скажу, поскольку говорим о средствах информации, один эпизод, в который я сам присутствовал. Я был в баре в Риме, около моего дома, пил капучино два дня до падения Януковича. Ухожу из дома, начинаю пить капучино. В баре были 5 человек, которые меня знали, плюс баристы. И они, кто-то знал, что я занимаюсь внешней политикой, скажите, как вы думаете? Я начал рассуждать. А смотрю в глаза присутствующих и вижу, что они удивлены того, что я говорил. И один прекращает меня, извините, господин Кьеза, но вы говорите вещи, которые совершенно противоречат все, что мы видели, все, что мы знаем. А я говорю, что мы видели? А мы знаем, что Владимир Путин оккупировал Украину. Я смотрю, все пятеро, плюс баристы, все одинаково думали. Все думали в этом моменте, еще Янукович был у власти, понимаете, до дня, до его падения. Это было 20 февраля, если не ошибаюсь. Мы все знаем, что Путин оккупировал Украину. Путин, не говорил Россия, Путин сам, он сам купил всю Украину. Я понял, в этом моменте у меня была, так сказать, иллюминация, что это состояние, знание 60 миллионов итальянцев. И так и есть, потому что все газеты, все телевидения, без исключения сказали, писали, что Россия оккупировала Украину. Вот это, на этом базисе принимается решение, которое вы говорите. На этом базисе, потому что все депутаты Европарламента, все депутаты итальянского парламента ничего не знают ни о Украине, ни о Крыме, ничего, они даже не знают, где они находятся. Все читают те же самые газеты, все смотрят те же самые телевидения.
И поэтому, если все говорят единогласно, что Россия оккупировала Украину, все думают, что Россия оккупировала Украину. Значит, кто это виноват? Россия. Вот ответ. И вот ответы на базе политической и на базе информационной. В таких условиях завтра они могут готовить какая-то любая провокация. Любая провокация. А мы все что будем делать? А вы что можете делать? Оборониться. Все, что делает Путин по существу. Путин взял Крым, я условно говоря. Не Путин взял Крым, это крымчане решили сделать все, что они сделали. Но Америка взяла Украину. А никто об этом ничего не говорит. Три дня назад министр, первый министр Украины говорит, что сейчас они будут приватизировать все газопроводы, а первое предложение было из Chevron Corporation. Она предлагала купить все. А после этого кран газа украинского, русского, будет в руках Америки. А что будет? Господин Обама пришел в Европу и сказал, а сейчас мы дадим наш газ. У нас есть газ. А есть у них газ, конечно, но только находится за океаном. А чтобы транспортировать этот газ из-за океана до Европы, это много миллиардов кубометров, значит, надо ликвидировать, потом создать гигантский флот кораблей, которые будут этот газ ликвидный в Европе, а потом надо строить в Европе, везде, в Англии, в Италии и так далее, до Греции, так называемые регасификаторы, значит. Значит, из жидкости надо опять вернуть из газ. Это гигантская операция. Сколько требует? Требует несколько ста, десятка миллиардов долларов, но особенно требует не меньше 7 лет. 7-8 лет. А в эти годы будут решать большие стратегические проблемы. Потому что американцы уже считают, что таким образом они могут в любом случае нанести большой ущерб России в размере 100 миллиардов долларов в год. 100 миллиардов долларов в год прибыль из газа. Значит, когда я говорил сначала, вы кто-то смотрел на меня, как будто я говорил вещи непонятные. Говорю, началась Третья мировая война, друзья. Это первый эпизод Третьей мировой войны. Она закончится, не знаю. Зависит от многих факторов, среди этих есть способность России защититься. Есть еще один другой большой, гигантский игрок в этом деле, это Китай. 1,4 миллиарда людей не могут идти этим ходом. Китай требует энергии, энергия, которую Россия не может, вероятно, будет с трудом перевести его взгляды из Европы до Китая, нужны несколько лет. Китай требует энергию. Китай будет купить энергию, она имеет средства, и Россия будет с Китаем вести дела. Но проблема в том, что нужны опять 7-8 лет. Ты не строишь большой гигантский газопровод из северной части России до Китая в одну минуту. Это большое дело, нужны большие деньги, перестроить все отношения. Но здесь такая возможность есть. Но создается, вероятно, большой альянс между Россией и Китаем, с одной точки зрения. С другой точки зрения, альянс очевидный Соединенных Штатов Америки и Европы. Вот эти четыре гиганты, к сожалению, будут определить будущее нашей с вами жизни. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вы говорили, что Россия должна будет обороняться. Что именно вы можете предложить? Что могут сделать со своей стороны простые люди, которые будут читать в СМИ об этом замечательном фестивале? Трудно сказать, что должны сделать простые люди. Но здесь, конечно, первое, что я могу сказать, это что надо мысленно подготовиться. Это не продолжение прошлого. Вот. Вы начали в определенных условиях вашу жизнь. Я думаю, что ближайшие 10 лет не будут те же самые, которые будут первые 10 лет вашей жизни. Надо сосредоточиться, надо начинать думать по-другому. Конечно, один пункт я могу сказать. Диалог между народами очень важен, потому что руководители сумасшедшие. Поэтому надо, если можно, умножать, я говорю даже на государственном уровне, умножать возможности, чтобы люди были ближе к остальному миру. Потому что там никто вас ненавидит, как вам сказать. Никто вас ненавидит лично. Это очень важно, чтобы присутствие русских в мире было почувствовано как положительный факт, как элемент, как сказать, мировоззренческий, скажем так. Это требуется новое видение международных отношений, я бы сказал так. И с точки зрения государства, я считаю, что здесь Владимир Путин вел себя безупречно. Безупречно. Он не мог бы сделать по-другому, и он сделал все, что надо. Вопрос, какие возможности экономические, стратегические, научно-исследовательские, военные инструменты имеет Россия на сегодняшний день? У меня есть впечатление, что во время Ельцина была гигантская потеря знаний в этой стране и самостоятельности в этой стране. Говорю откровенно. Ельцин предал вашу страну, предал американцам. Моя идея четкая в этом деле. Я был в России тогда и видел своими глазами, писал книгу «Прощай, Россия». После того, что видишь, что происходит во время вот этих десятилетий Ельцина. А сейчас происходит по-другому. Воссоздание идею, сохранение вашей ценности. Я считаю, что тема сохранения ценности, истории, языка – очень важный элемент защиты. Поэтому все, что вы делаете здесь, это очень важный вклад. Это большая работа. Надо формировать ваше поколение, должно формироваться в духе защиты своих ценностей от колонизации идей Запада, которые ничего демократического уже давно не имеют. То есть вот это моя точка зрения. Таким образом, потому что вот эти старые идеи империалистической борьбы, классовой борьбы не действуют в этой ситуации. Уже мы находимся в такой ситуации, когда один маленькая группа людей практически управляет весь мир без контроля. Надо создать новый, широкий, гигантский культурный альянс людей, которые защитили через культуру. Когда я говорю «защитить ценности», это означает, что я не подаю их идею превратить все, что мы употребляем, как товар. Уже все идеи, это только деньги определяют все. Хорошая, плохая идея, неважно, она производит деньги или нет. Вот это философия Запада. Философия на сегодняшний день, которая доминирует мир, это деньги. Я повторяю, деньги это дьявол. По-настоящему. Деньги это дьявол. Они превратили все, что мы делаем, в товар. Поэтому, когда я говорю защитить исторически все, что было раньше этого, вернуться к истокам, создать культуру на уровень новой
кризиса. Потому что этот кризис, раньше говорили, что кризис может быть экономический, или энергетический, или продовольственный, или кризис воды, но нам недостаточно. Мы не найдем какой-то исход, не найдем, не ищем, не можем искать, если мы решим проблему воды. Вода отдельно не решит проблему. Это кризис требует новое сложное видение кризиса. Таким образом, нужно новое сознание людей. Пока это видение сложности не существует, должны создавать. Но я уверен, в одном я уверен, что это решение не найдется на Западе. В Нью-Йорке, Брюсселе нету. Мы найдем ответ на этот проблем только если включаем все цивилизации одновременно. Нам нужны китайцы, русские, европейцы, американцы, африканские. Без этой культуры мы не можем выходить из этой ситуации. Латинская Америка, например. Латинско-американские государства на сегодняшний день являются одним из ключевых моментов размышления человечества. Они, не Боливия, например, изменили конституцию, они поняли очень глубокие элементы, которые не существуют ни одной конституции в мире. Они сказали, кто вредит природу, это как будто убивает человека. Значит, природа является права человека. Я считаю, что это концепция гигантская, потому что нам дает представление мира, и человек в этом мире совершенно по-иному. Значит, природа – это мы. А если мы вредим природу, мы вредим наши, мы убиваем себя. И они ставят это написано в Конституции Боливии. Первое государство в мире. Я думаю, что там надо идти, смотреть, изучать. И... У вас какие-то примеры есть? То есть вы какие-то культурные акции проводите, скажем? Моя единственная возможность, я не имею другие возможности, я не такой, я не предприниматель, не богатый. Я практически журналист на пенсии. Я сделал сейчас две вещи. Создал телевизионный веб-ТВ, называется Pandora TV. Смотрите, если у вас время и желание. PandoraTV.it. Мы начинаем. Передачи в духе, который вам рассказал. Начинаем рассказать правду. Вот очень просто, рассказать правду. Каждый день мы выбираем три важные информации, которые отсутствуют во всех других каналах телевидения. Один, два, три. Вы эти вещи не будете смотреть в ваши газеты, журналы, телевидения. Мы вам дадим нашу интерпретацию. Не говорю, что это правда. Мы вам дадим нашу интерпретацию. Размышляйте, вот это первое. Во-вторых, я хочу создать международное движение, называется «Альтернатива». Значит, чтобы собрать интеллектуальные силы, люди, которые начинают подумать вместе. А как вы думаете, зачем я сюда прилетел? Потому что, как Диогенес, я иду... Ищу людей, ищу человека, хочу смотреть в глаза. Ты молодец, ты прав, ты понял. А многие не понимают, но я ищу те, которые способны понимать. Вот и все. Мой маленький вклад. Если было бы 10 тысяч человек в мире, которые делают то же самое, было бы уже гигантская сила, которая движется. Все. Wenn man Entscheidungen gegen die Mehrheit der Menschen fällt, muss man lügen und im Verborgenen arbeiten. Man muss die Leute nicht überzeugen, sondern deren Angst schüren.